Поклонники кино обсуждают результаты церемонии вручения британской премии «Бафта». Триумфатором стала лента «Выживший» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Она собрала сразу 5 наград, в том числе «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Ну а Леонардо Ди Каприо удостоился статуэтки за главную мужскую роль. Теперь критики вовсю прочат актеру заветный «Оскар», на который он номинируется уже в 6-й раз. Ведь «Бафту» называют генеральной репетицией главной мировой кинопремии, которую будут вручать уже через 2 недели.